Вот это наш небольшой зал. Так, потом у нас идет прихожая. Тут комната. Спят тоже двое детей. Тут у нас следующая комната. Тут кроватка у нас спит Катя. Тут мы спим с мужем. Иногда дочка с нами спит. Так, тут у нас прихожая. Тут у нас кухня. Небольшая, так сказать. Так, теперь мы идем в ванную. Тут наша ванная. Все удобства. Какие есть, как говорится, тем рядом. Тут у нас веранда. Кстати, большая, можно утеплить. Мне кажется, можно еще какую-нибудь комнату большую сделать. Так, это наш двор. Там наш участок. Мы сажаем, тут мы сажаем. Честно сказать, двор большущий просто. Вообще, красота.